Друзья, всем привет, всем доброе утро, вы на канале Чернова ТВ. У нас сегодня спокойный день. Равномерный, спокойный день. Мы сегодня, как первый день, приехали домой, вчера вот, и решили сегодня меняем пол. Пасмурно на улице, поэтому. Пасмурно, да. Мы же с вами договаривались, когда будет дождик тогда. Так, я скручиваю. Планы у нас такие, за день поменять пол. Здесь вот пока что вот все так. Разбирать шкаф. Очень лень, но очень тяжело. Мы должны как-то с тобой взять его сюда, да, Заня? А если ты сейчас кого, шкаф? Да. Зачем? Ну, что? А, чтобы линолеум? Ну, конечно. А нельзя сейчас просто поднять линолеум, положить здесь пол и обратно шкаф подвинуть? Нет? Можно. Тогда надо будет приподнимать его через скрученный линолеум, а это тяжко. Подумать надо. Ничего, не отрушивается, как всегда. Инструменты все на даче. А, я, кстати, сегодня уже с утречка съездил на дачу. Потому что он второй раз забыл лобзик на даче. Второй раз, да. Это было очень смешно. Потому что я его один раз уже привез, кинул в машину, а потом мы поехали на дачу на выходные. Я его опять взял в машину. И там же его оставил на даче. И пришлось с утра ехать на дачу сегодня. В общем, наконец-то. Остался пол на кухне, и я с вами могу сейчас постоять, посоветоваться. Есть два варианта. Плитку покрасить, потому что менять плитку без новой кухни нет смысла. Абсолютно нет смысла. Поэтому... А вот этот пол раздражает на контрасте, вы сами понимаете. Поэтому в комментариях ждем ваши советы. Два варианта. Это первый – это покрасить плитку. Напишите, кто уже пробовал именно напольную плитку красить, как держится, да? И второй вариант – это сделать поверху флизелиновый пол. Так что ждем ваши комменты, ваши советы. А может быть, вы что-то третье придумаете. Потому что пока что кухню поменять мы не сможем. Мебель, да. Это будет позже, когда-нибудь. А пол хочется светлый. Может, и кухня по-новому заиграет. Кто знает. Так, мужики работают. А мы с девчонками сейчас поедем в магазин за продуктами, да? Да. Короче, берешь такие. Снимаю? Снимаю. Мы девочками, Моника, Полина и я, едем в магазинчик. По некоторым делам еще заедем, заскочим. А Миленка пошла с Максом гулять. Что сегодня будем готовить? У меня есть кое-какие идеи. Посмотрим, девчонки поддержат в магазине меня или нет. Вот, так что разделились, и папу оставили спокойно делать пол. Мы сейчас с ним поднимали шкаф. Это было что-то. Шкаф наполовину разгрузили, наполовину нет. Выломали там одну дощечку. Мы, как всегда, если одно делаем, второе ломаем. Видимо, теперь под шкаф сможет Рудик заезжать. Там выломалась вот эта вся штука. Эх. Так что мы поехали. Встретимся, наверное, в магазине. Итак, мы в магазине. Будем готовить холодный суп снова. И пиццу, да, Полин, будем готовить? Я да. Подружку видела. Подружку видела? Шутка. Супер. Это ее так сестра. Ищем. Не болтай, сплетница. Ну, говори. Ее сестра, это подружка мамы. Ладно. Ищем тесто для начала. Вам очень понравилась рубрика «Продукты с ценами». Вот наш любимый хлеб. Вот такой берем большой. Зелтоне. 72 цента по акции. Да, такой берем. Так, дрожжевое тесто. Килограмм. 3,19 стоит. Вот такое. Нам как раз хватит на 2, может, даже на 3 пиццы. Так, так как мы поедем на рынок, я куплю там картошку и куплю там зелень, свежие огурчики. Значит, здесь мы только возьмем что? Помидорчики? Да, возьмем помидорчики. Какие? Вот эти мы любим. Но или взять на базаре тоже хороших помидорчиков. Наверное, да. Возьмем на рынке. Чем свеклу на суп. Вот это самое лучшее для супчика. Спилва. Евро 65. Ну, есть, конечно, дешевле намного. За 85. За 60 даже. Но нам нравится это.
Так, берем докторскую колбаску, возьмем адажи. Вот эту. Целую палку нам надо и на суп, и на пиццу. Так, берем кефир. 1,5 литра стоит. 1,66 €. Может быть, есть и дешевле, но не знаю. Такое возьмем. И молоко. 8:00. Сегодня 5:00. Не знаю, что здесь. Вы то, что делаете? Не посмотреть никак. Сейчас. А тут уже до 9:00. Стоит 1,5 литра. 44 €. Такая сметана. Каждая из них стоит по акции 19 €. Здесь, кажется, 450 грамм, да. Алин, помогай. Что еще на супчик кладут? Я хотела тебе мороженое взять. Слушай, что кладут на супчик? Ясно. Давай, давай, давай. А еще нам нужно квас и минералку. Максимка у нас очень любит эти хлопья. Именно шариками. Наверное, их и возьмем. 79 центов такая упаковочка. Что вспомнила, что мы же решили готовить пиццу. Какой взять сыр, чтобы он таял хорошо. Не знаю. Так, я сейчас поищу. Ну, цены такие, примерно на килограмм. От 4 € и выше. Взяла такой сыр. Голландский. 2 одинаковых кусочка. Возьмем пакетик вот такого моцареллы. Раскидаем тоже на пиццу. Будет вкусненько. Наш любимый майонез Франсис. 79 центов. Возьмем 2 пачки. Пусть дома будет. Полина любит пиццу с чесночным соусом. Берем такой. 15 €. И берем наш любимый томатный кетчуп Хейнс. По акции. На пиццу самое то. Пиццу я возьму приправу вот такую, орегано. 26 центов. Так, возьмем еще минералку с газами. А, это веглы. А нам надо не веглы. Тогда такую возьмем. Такую тоже на супчик, если нужно. Квас возьмем для супа, вот такой Льготема. Нефильтрованный, оригинальный. Он нам подходит больше всего. 56 €. Одна бутылочка. Берем 2. Так, мы приехали в центр, на рынок, а тут идет не слабый дождик. Придется нам идти под дождем. И как-то душно сразу на улице, как будто гроза будет. В общем, Кирюша себе заказал для того, чтобы сделать пол, абсолютно правильную погоду. Супер. Девочки, вперед. Давай, раз, два, три. Это теплый летний дождь. Ой, ой, как неприятненько-то. Где? Полинка, стоп. Выходи. Выходи и на асфальт. Опа. Ну ничего, приедем мокрые все. Вперед, вперед. Быстрее дойдем, быстрее поедем домой. Нам надо огурчики, картошечку, укропчик. Мерзость. Ну ничего, нормально. Идем, наслаждаемся свежестью. Всю неделю дожди обещают. Классно. Ой, не так страшно. Моника довольна идет. Так, быстрее найдем картошку, укроп. И что? А, огурчики. Быстрее поедем домой.
Цветочки. О, там крыша. Народ, под крышу, быстро. Так. Все, здесь уже легче. Вперед. Ой, я хотела же помидоры еще взять. Такие огромные не хочу. Огурчики. Картошечка. Что берем? Крупную, мелкую? Товарищи, что берем? Там были красивые. Где? Там. Пойдем сюда. Так, Моника нашла укроп. Мы нашли огурцы и картошку. И можем, в принципе, идти в машину. А я нашла конфеты. Угу. Пойдем. И дождь как раз закончился. Да, ему надо было нас именно намочить. Отлично. Цветочки тут для дачи. Смотрите, они все дешевле и дешевле, потому что уже лето. Середина. Сейчас, короче, мы точно едем домой. Еще клей купить. Да, Полин? Клей папа попросил. Слышала? Напомнишь мне. Ну, реально, смотрите, дождя пока не было. Садись в машину, дочер. Быстро открывай мне дверь, у меня ручки заняты. Давай. Ой. Открывай сюда. Давай. Открыть? Да, открывай. Опа! Не страшно? Нет. Картошка, огурчики. Погнали. Товарищи, я не знаю, почему получается в городе такая гонка, но на даче намного все спокойнее, даже если много работы. Пойти на дачу. В общем, мы уже приехали как минут 40. Я уже приготовила пиццу. Спасибо, зайка. Вот такую вот вкусную. Просто колбаска, сыр, соус сверху все налил. Как пахнет. Да. И знаете что? Больше половины комнаты уже готова. Короче, мы сегодня это сделаем. И еще сегодня и приберемся здесь. И еще сегодня на улице дождь. Гроза, да. А я обещал, когда будет дождь, тогда я буду делать. Да. О, гремит! Даже, да. Шкаф мы уже поставили, мы с Асюшкой намучились. Он тяжелый, разбирать его лень. Да, Занька? Угу. Ну, я уже говорила это сегодня, да. Еще даже там мы его поломали, но я придумал. Я уже рассказала, да. Все рассказала. Короче, сегодня комната будет готова полностью, но без, сразу говорю, без плинтусов. Я сегодня плинтуса делать не собираюсь. А ты никогда не делаешь плинтуса я сразу? Когда-нибудь через полгода? Это фишечка у меня, да. Да, да. Ну, давай. Зайка, посмотри, как красиво, да? Ну, конечно, красиво. Сразу, знаешь, и кровать по-другому заиграла, и все остальное. Ну все, кушаем. Спасибо, Дайка. Ой, как вкусно пахнет. Я там уже готовлю окрошку. А окрошка будет? Молодец. Что, приглашай, включай свет. Проходим. Короче, да, мы это сделали. Товарищи, у тебя носки, между прочим, какие-то пыльные. Да. Поздравляйте нас, у нас поменен пол во всей квартире, кроме ванной и кухни. Да. Но мы там тоже уже придумали, что мы будем делать. Ну, так, короче. Здесь нужно еще плинтус? Это естественно. Ну, посмотрите, ну красота, ну красота, ну красота. А еще скоро будем менять окошко и переклеивать обои. Да. О, ну отойди, дай поснимать без твоих носков. Ну, смотрите. Ну, смотрите. Шикарно, довольна? Да. Ты же об этом так мечтала, что у нас был поменянный пол во всей квартире. Да, спасибо. И наконец-то. Спасибо. Ну, очень красиво. Так, выйду? Выходи. Ну, вау. И это мне заняло часа 4, чтобы сделать здесь пол. Мне нравится. Очень красиво. Наша кровать, кстати, мы ей очень довольны. Тумбочка, столик, который мы с вами выбирали, тоже шикарно, мы довольны. Да? Лучший аромат для дома. Смотрите. Советы бабы Насти. Это лучший аромат для дома. Infinity Flow просто пахнет, как, я не знаю, ну, парфюм женский. Обалденно вкусный, обалденно дорогой. Мне очень нравится. Очень вкусненький пахнет. Так что... На всю комнату пахнет. Даже Кирюша перед сном убирает, потому что он говорит, я не могу, я задыхаюсь. Ну вот так. Мы довольны. Смотрите, что Настюшка приготовила. Окрошечку она себе сделала с кефиром, добавила свеколочку
и минералочку. А я себе с квасом. И еще мы обжарили новую, не новую, молодую картошку. И это сейчас будем кушать. Максимка кушает макаронки, Полинка тоже кушает макаронки. Сыром. Вечер добрый. Когда... Подожди. Почему бесит? Нормальный дождь. Уже нам должна быть нормальная погода, хватит. Итак, когда Черновым никуда не надо, они придумают, куда им надо, даже в такую погоду. И здесь неспроста кастрюлька. У нас дома нет баночек. Мы такие хозяйственные, баночек, что баночек у нас дома нет. А мы решили отвезти бабушке Вере холодный суп. Ну и едем, конечно же, едем. Я это буду сейчас очень крепко держать. Тут кастрюлька. Так, погнали. Так, мы бабушке уже все завезли. Приехали в магазин. У нас фильтр. Фильтр сломался. Фильтр. Ты меня не держишь, а если я бы сейчас расцелился здесь? Я бы тебя подняла. Подняла? Короче, нужно купить фильтр для воды. У нас сломался. Депо мы уже опоздали, он уже закрыт. Поищем в Excel-сале. Пошли искать фильтр. Где-то, я думаю, здесь они должны быть. Нам надо максимально большой. Мы нашли один всего лишь здесь, и он 2,5 литра. Ну, это маленький для нас. Нет, сколько у нас был тот? 3 с чем-то, да? Нам нужно 3,5 точно. Этот просто налил и выпил сразу. Друзья, ну что, вот и настал вечерок. Мама! Здесь музыка играет. Пойдем на улицу. К сожалению, заканчивает видосик. Так что... Подписываемся, ставим пальчики вверх. Я сегодня ата-ата.